Доброго ФПС, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Шустрил, и мы продолжаем записывать I wanna be the boss, и бля, извиняюсь, это все идет, так, я помню тебя, розовый гомосек, иди-ка ты отсюда, так, и теперь продолжаем. А вот хер тебе, отсосал, упал паукан, а вот и сейф, все, паукан больше к нам не вернется в ближайшее время, так, хорошо. Это мы помним. Это даже хотел сказать, ребенок справится, но нет. Ребенок, судя по всему, не справится. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, сейф есть. Хорошо, хорошо, хорошо. Плохо. Бля, видишь, какая неудача. Блин, да что ж ты будешь делать? Блин, да я просто шаг туда сделал, вы что, серьезно? Реально, пару шагов делаю и все, конец. Ага, есть. Сука, вот сверху шип очень не кстати. Я сказал спокойно. Я сказал без паники. Да что ж ты будешь делать-то? Вроде все получается. А вот и нет. Слушай, реально, ты сидишь в эту игру и ты просто потеешь. Вот это фартануло. А, ну тут еще лучше все, я понял. Нет, надо было один прыжок, господи. Один, два, один, два, 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 два. Слушайте, ну пока что просто, я считаю, это маслом, ну, проходится все просто. Вот здесь засейвимся, пожалуй. Готов? Готов. Вниз, вниз. Вниз, вниз. И в рот ему. Лево, вниз. Лево, вниз. Тащи, тащи, сука. Вниз, атака. Прыжок. Вниз. Атака, прыжок. Да нате, нате в борщ. Прыжок, вниз. Прыжок, прыжок, вниз, прыжок. И врата тебе. Как мы это умеем? Господи, хорошо, что я играл в эту игру раньше. Атака, атака. Вправо атака. Атака, атака, вправо атака. Я тебе еще насажу, братан, если ты не против, потому что я могу пока. Вправо, вправо. Прыжок. Вправо. Вправо, вправо, прыжок, вправо. Я думаю, тебе конец, братан. Так и есть, сел на шип. Он не очень доволен. У нас проблемы? Хадукин. Экран в мясе. У меня для вас, ребята, не очень хорошие новости. Потому что, судя по всему, вся эта серия будет вот в этом уровне. Почему? Потому что я знаю. Хадукин! Давно не виделись, пидрила. А, блин. Опять. Рю. За что ты так со мной поступаешь? Вот это плохо было. Приготовьтесь, это будет боль. Вот там справа сверху можно типа прыгануть и все будет нормально. Давайте попробуем еще разок. Ну вы пока просто придрачиваемся. Ясно, понятно было, что я не убью его с первого раза. И тут мне не повезет, как с прошлым боссом. Хорошо. Бля, честно, это я не очень помнил. Но теперь мы знаем. То есть в любом случае. Нос хочу почесать. Так, хорошо. Халявим, где можем, вот что я могу сказать. Да блин, надо следить за всем. Все очень сложно на самом деле. Халявы не будет. Да сука, я же был настолько близок сейчас, чтобы заметить все это дело. Халявим, где можем. Халявим, где можем. Вносим урон там, где можем. Быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо, хорошо. Все, Рюкен говорит. Все, Рюкен еще раз говорит.
Вот тут вот надо продумывать. Машина! Боль и унижение, ребят. Боль, страх и унижение. Это просто забей. Так, 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 Хадукин. Я готов, сука. Я был готов. Ну и где же ты? Где же ты, мразь? Я готов. Какой в пизду Хокин? Чун-Ли? Почему? Что? За что? Вас двое, это нечестно. Мне-то, дайте мне тоже напарника. Так, 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 уже как по маслу проходим, чувствуете? Просто как по маслу, да? Тоже чувствуете это? Чувствуете? Можно убивать, можно убивать! Почти завалил! Почти завалил, жесть какая, реально мог бы, да? Мог бы, чувствуете? Чувствуете это? Сейчас все закончится. Нет, 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 это все мимо, ребята, все мимо, все тлен. Да все тлен, что ж такое, не могу. Так хорошо вроде старался, да, потел. Что ты мне расскажешь? Мы снова встретились. Акума. Я не Акума, братан. Пролетай, лови шарики. Нет, нет, вот эти три штуки, они все, все испоганили, реально все. Он надо их так раскидывает по-дебильному, что тут как ты не крути, ты не сможешь, то есть. Да ёб твою мать-то, а? Все ж вроде было как по маслу несколько последних раз. Что ж опять произошло? Может, я много думаю? Надо меньше думать, больше руками работать. Вот, здорово уже вроде. Оп, оп, оп. Сука, как он достал меня! Вот в этот момент его просто надо продамаживать, как сидоровую козу. То есть нам вообще нормально влетать в него надо. Некоторые люди сказали бы даже влетать надо с двух ног. Ахахахахахах. Все плохо, все тлен. Все дождь. Угу. Не запрыгнул, значит все. Аля улю, братан. Не попал. Как так? Есть шанс. Есть сейчас шанс. Я это чувствую. Теперь главное не напарить. Блять, не стоило фокусироваться и на стрельбе, и на прыжках. Очень плохо получается. Вот если просто прыгать, я могу это все выжить, пропрыгать. Иногда. О, хорошо поймал. Ой, это было близко настолько. Неплохая попытка, по-моему, да? Тоже так думаете? Сука, немножко. Вот реально чуть-чуточку не хватает. Вот самой вот писечки. Писечки не хватает. Нормально проловил, братан. А, он голову, он меня с колтуна принял. Нет сил. Нет сил. Я не знаю. Давай, сука. Давай. Давай, пидорас.
Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Это вот все? Бля, ты сам наступил, прикинь. Стрелка, я ж тебя убрал. Что ты, зачем ты вернулась? Вот что она здесь делает? Что ты здесь делаешь? Я убрал тебя. Зачем ты двигаешься? Можно. Можно. Так, вы знаете, реально, мышку я, пожалуй, беру. Она мне как-то уж очень больно мешает. Ну, то есть, я это чувствую. Что это слева сверху? Видите, там слева сверху какая-то розовая фигня? Стрелка, что это тут? Неважно. Мы вернулись туда, откуда начинали. Бля, да как так? Ты же пролетела. Нет, она взяла и зацепила меня снова. О, блин, слишком большой хадукин. Ты могу сделать вот буквально на пару пикселей меньше, братан. Буквально вот пару пикселей не хватает. Хорошо. Это шанс. Так, вот сейчас эту херню. Я всегда эту хуйню и выиграл. Странно, что. Блять, не очень хорошо продамажил, это меня избило на самом деле. Я что-то слишком реально парюсь. Надо вот смотри, просто все, я его сейчас убиваю. Реально убиваю, смотрите. Блять. Но не убиваю, ладно. Но хотя бы пытаюсь. Я не сдаюсь. Я не сдаюсь. Иду до конца. Бля, первый же сход. Но это уже с непривычки просто. Я уже отвык от этой херни. Помните, с первого, по-моему, со второго или с первого... Не, со второго раза я увернулся нормально. Но потом, типа, он начинает кидать машины свои. Хотя, вы знаете, я, наверное, постараюсь просто уворачиваться этой херни. Стрелять в ней не буду. Это лишнее парево для пальцев и для головы. Я думаю, я справлюсь, даже если не буду стрелять в этот момент по нему. Я бы, конечно, мог придрочиться и пострелять, но слишком велика, велика. Умри, умри, пидорас! Нет, ну почему ты упал в эту сторону? Ты мог уйти влево-вправо, ну ёб твою мать, ну рю, ну почему? Давай еще раз, пидор. Все, проблемы с ним нет, я уже его победил. Бля, вот как-то вот этот экран трусится довольно неприятно. Вот опять! Я что-то я не догоняю, походу, в этой игре. Ну-ка. Не попаду. А, не попал, нормально. Да что ж ты будешь делать? Так. Надо пересохраниться, наверное. Да? Какой же ты жалкий, Гай. Боль, пот и кровь. Вот как? Вот он раскидывает их как-то вот вообще, блин, я даже не знаю. Некоторые нормальные выйдет. Ага, я забыл. На тебе борщец. Борщецкого получи. Вот это вот, видите, это выйдет здорово. Давай, давай, я готов. Раз, два, три. Вот сейчас же здорово, да? Кончайся, кончайся, я прошу тебя! Хорошо! Да, сука! Это было неплохо, я считаю, ребят, как вы думаете?
Новый мир, спасибо, что были со мной. 207 смертей, Шустрила, аут, добро, ФПС.